Ладно, хватит. Нам в самом деле пора домой. Идем. Стой. Что? Эцио, дай Кристине поспать. Она сможет выспаться потом. Ай, ладно, так, порвемся. Возлюбленные, в общем, нашего яйца. Так, стаканчик перед сном. Нанесите неожиданный визит к прекрасной Кристине Веспуччи. Еще небольшой квест. Так, давай-ка спрыгнем, сделаем прыжок. А, синхронизируется. Я не то нажал. Не то нажал, в общем-то. Надо унажать. Синхронизируется, так как обычно. Да, крикаешь, просто великолепная музыка, как я считаю, просто великолепный саундтрек от... Как это называется-то? Ну, тот композитор, который писал, по-моему, ко всем частям Assassin's Creed, в общем-то, ко всей серии Assassin's Creed, почти что, музыку. Хотя, не знаю, потому что не помню, уже не могу ошибаться. Но к этой части точно писал. Забыл, как называется композитор, отказал, как композитор этого. Рация, это в Ере. Нужно спрятаться. Но музыку он, конечно, писал просто великолепно. Ищите! Он не мог далеко уйти. Ну ищи меня, дружок. Рыль, ты меня найдешь, конечно, в своей сено. Это, в общем-то, место для прятки ассасинов, кажется. Так, ну все, пошли туда. Найдем быстренько до дома Веспуччи и помним, кажется, квест, да. Кристина! Ой. Кристина! Кто здесь? Я! Эцио! Я так и знала. Можно войти? Ладно, но только на минутку. Больше мне не нужно. Это точно. Я не то хотел сказать. Иди сюда. О, Эцио. О, Эцио. Кристина! Кристина! Свея! Скоро придет твой учитель? Ну же, дочка, это совсем не страшно. Фио Дункане, что это? Пердоната, месере! Кьедо веня! Я убью тебя! Ну что вы, в этом нет необходимости. Стража, стража! Волю ла суа теста! Вперед! Так, район, посчитаем немножко. Куда нам открылся? Каса де Веспуччи. На паузе. Небольшая информация. Не нужно так, применять побежали. Силу. Побежали от охранников. Ой, валим. Так, куда бежать, конечно, непонятно пока, но просто нужно их спрятаться. А, вы меня с кем-то путаете? Да, они нас видят. Ей нужна была чья-то помощь. Я ни в чем не виноват. Если, по-моему, даже всего нужно скрыться от них. А, в общем-то... Так, все, что ли? А? Все, скрылись. Опс. Они уже, видимо, ищут как раз. Это, в общем, такая шкала подозрения. Что просто с помощью врача. Ну, это понятно, так. Нам нужно идти, в общем, по... так, по-моему, с карты на F тоже, да? Да. Так, вот точки обзора. Точки обзора, как обычно, обследовать нужны будет. Пошу обследовать. Так, пока что там открывается портной-то. Кузнец. Врач. Кузнец. Точка обзора. Так, понятно, все тогда. Точки обзора. Так, ну пока управляемся по основному квесту. По западу от города будет стоять отряд наемника. Пока что не знаю, точка обзора обследовать, конечно, я не знаю. Но... потом, в общем, займусь обследованием точки обзора лучше. Пока это не так сильно важно. Здесь, конечно. Отлично. Ой-ой-ой. Извини. Так, слава богу, что я спрыгнул сюда. Такого высоты, конечно, падать это не очень приятно. Так, ну мы дошли тогда до дома нашего.
Так, до нашего, в общем-то, главного героя. Так, палац аудитора, в общем-то, это район. А, нет, дом, в общем, дом это, а не район. Так, все. Идем дальше. А, так, мне кажется, почитать нужно желание аудитора отца, в общем, вам героя. Год рождения 1436, год банкир, советник, дворянин. Желание аудитора было одним из самых блестящих банкиров Флоренции 15 века. Он координировал работу отделений банка Медичи по всей Италии, пока Лоренцо занимался политикой. Именно от желания, занявшись деятельностью банка в других странах, заметил бедственное положение Леонского отделения, предупредил Франческо Сансетти и тем самым спас банк. Такой талант был должным образом вознагражден. С желанием аудитора стал близким другом советником Флоренцо Медичи, а в 1471 году успешно провел переговоры с Папой Римским, убедив его оказать поддержку банку Медичи. Благодарный Лоренцо подарил Джованни дворец, в общем, который мы как раз и видим, наверное, да? Или нет? Наверное, так и есть. Доброе утро, отец. Пойдем со мной. Что-то случилось? Думаешь, я слепой и глухой? Я знаю о твоей вчерашней стычке с Вьерипацци. И о визите к Кристине тоже. Твое поведение недопустимо. Ты такой же, каким был я в твоем возрасте. А эти приключения не помешают тебе работать? Нет, отец. Честное слово. Я подготовил несколько документов для Лоренцо Медичи. Их нужно ему доставить. Хорошо, отец. Отнеси их и возвращайся. Так, Науквест, посыльный. Зайти письмо от Джованни Лоренцо Медичи. Так. Читать, конечно, нельзя письмо, да? Нет, можно... Великолепному Лоренцо Медичи, мио протеторе и амико, моему другу и покровителю. Я завершил расследование случая в Милане. Могу подтвердить, что дело не только в том, что народ недоволен правлением герцога Галеаццо Сфорца. Я полагаю, что иные силы, желая извлечь из этого выгоду для себя, тайно управляли событиями. Уверен, что в преступлении виновны Лампуньяни, Альджати и Висконти. Они уже понесли кару за предательство. Но в деле замешаны представители и других семейств, в том числе Франческо Пацци. Их мотивы пока не ясны, но полученные мною сведения указывают на существование заговора, масштаб которого поразит вас. Нам следует побеседовать об этом лично, так как я не решаюсь изложить свои подозрения на бумаге. Укажите мне место встречи, и я буду ждать вас там. Я приказал Гонфолоньеру задержать Франческо до тех пор, пока мы не разберемся с этим делом. Ваш Джованни. Вот, почитали немножко, так, отлично. Так, нужно достать письмо Лоренцо Медичи, конечно же. Так, ну мы все почитали, так тут ничего там, смотрите. Стрекать сипаться врагов Эдсу. Ну да, нет, чтобы нас не нашли. Так, портной, можно одежду сменить, по-моему. Так, портные. Ну да, в общем, их одежду можно будет менять там. Материал, цвет. Конечно, у нас не имеет смысла покупать ничего. Лучше не бойся ли ножей. Но тут у нас пока ничего нету. Пока что смысла покупать нету никакого, потому что у нас пока мы не ассасин. Пока мы просто Эдсо аудиторы, в общем, обычный дворянин. Хулиган, в общем-то, мальчуган. Который будет драться, в общем-то, и... Свежие пиявки! Развлекаться по полной, как говорится. И пока что ничего не смысла покупать. У нас пока флоринг мало, 428. Мы не будем пока ничего тратить. Когда у нас появится костюм ассасина, это не скоро, пока что не так сильно скоро будет. Да, во-первых, почему их... Так, ладно. Внимание! Не зря созарез, потому что нас как раз нужно так перебраться, добраться до дома Медичи. Там, где нас... Это не преступление, но учтите, ждут, в общем, с письмом. Так, по-моему, как раз это место. А вот и он,
его посыльный. А, Эцио, бен тровато, как поживаешь? Коме семпре. У меня письмо для мессера Лоренцо. Я дам ему письмо, когда он вернется. Вернется? Они уехали на виллу в Кареджи и вернутся не раньше, чем послезавтра. Я передам отцу. Так, отлично. Так, вернуться тут же ванит. Ну, вернемся. Хотя здесь лестница была, чего не мог подняться по лестнице. Возможно, точки обзора какие-то обследовать поблизости. Думаю, тоже посмотреть бы, что им там новое откроется, возможно. Думаю, это как раз сделать можно. Для, в общем-то... не буду я как-то торопиться проходить прямо Assassin's Creed 2 очень быстро. Тот человек, кто меня просил, в общем, пройти эту серию, писал, в общем-то, что... Когда смотрел, в общем, серию Assassin's Creed первой части, что я слишком быстро, в общем, ее прошел. Да, думаю, так. Но второй часть точно проходить буду долго. Не так прям уж быстро, стараюсь. Все-таки игра мне очень сильно нравится, я... Одна из любимых игр, как я говорил, в общем, кроме Crysis 2, там и других многих игр. Как бы точки обзора, они пока что ничего на меня не открывают. Пока можно выполнять просто основные квесты. Но все равно я потом буду обследовать обязательно. Они бы нам будут помогать очень сильно. В первой части это, в общем, очень сильно помогало. Было полезно, как говорится. Точки обзора точно будем обследовать. Пока что побежали. Побежали, в общем-то. У меня высокие цены, но товары того стоят. Пока что побежали обратно, зачемся. К дому нашего героя. Немножко качает ФПС. Так, здесь можно перелезть-то? Или так придется перепрыгивать? По-моему, здесь, конечно, вот на... тоже придется собирать всякие там подобие флагов. Только вот раз в этой игре будут им не флаги, а вот именно перья, всякие перья. Так, пошли, побежали дальше. О, смотри-ка, что-то я вижу там. Ну, думаю, запрыгнем, сейчас запрыгнем. Там какой-то ящик. А, там был Флорин, если не ошибаюсь. Точно. Вот такие ящики как раз прячутся Флорины. Мы там будем собирать. Да, по 100 флоринов в ящике находится. Пригодится, все равно аптечки это нужно будет. Ладно, спустимся. Хотя, конечно, не знаю. Ой, что-то слишком бегал быстро. Сейчас привлеку еще внимание их. То еле-еле, ничего не... заподозрили. Ой, тихо, и только не сбивать их. Это, в общем, те же ящиками, которые были, в общем, с кувшинами в Assassin's Creed первой части. Здесь, конечно, много персонажей, в общем, изменилось, конечно, персонажи, но они такие же, как и в первой части были. Только они немножко другие стали. Есть также приставалы всякие там, которые были там эти. Так, в общем, даже не сюда вообще. А, хотя да, по-моему, сюда. Все правильно пошел, да, вот как раз здесь вход один всего лишь. О, еще ящик. Еще один ящик, отлично. 100 долларов арена нашли. Продолжай работать, Бискера! Так, а что у тебя там биография у него? По-моему, я все прочитал. Что-то еще есть? Не могло что-то открыться, мне кажется, ряд. Еще раз ты напрасно беспокоишься. Франческо Пацци в тюрьме. А, здравствуй, сын. Ты помнишь моего друга Уберта? Доброе утро, гонфолоньер Альберти. И вам, молодой человек. Надеюсь, ты доставил письмо? Да, отец. Но, похоже, Лоренцо нет в городе. Этого я не ожидал. Какая разница? Подождешь пару дней. Послушай, тебя искали мать и сестра. Через некоторое время у меня будет к тебе еще просьба. А сейчас помоги им. Ты уверен? Да, а теперь оставь нас. Был рад тебя видеть, отцо. А я тебя вот не... А я тебя, в общем-то, не очень рад видеть.
Я закончу вам шкотер потом. В общем, то, что потом произойдет. Так, часовку мне не знаю, что-то. Так, мы поможем той сестре, в общем-то, и матери. Наши балангеры выполнить там какие задания. Так, сейчас почитаем биографию, конечно же, о них. Клаудия Аудиторе, год рождения 1461 год, школьница дворянка. Клаудия, третий ребенок, первая дочь Джованни и Марии Аудиторе. Похоже, родители чересчур забаловали ее. Им пришлось увеличивать ее приданное на 1000 флоринов, так как своим поведением она распугала своих женихов, всех женихов. В одной из записок, посланной ее родителям из школы, сообщается, что Клаудия напала на одну из своих подруг за то, что та посорила на ее парня и нокаутировал ее, вот это да. Правда, она сестра Эцио, так что тебе, думаю, ничего не грозит. Ага, ну понятно. Но все равно стоит проверить. Эй, Клаудия, как дела? Бене. Что случилось? А, это Дучо. А в чем дело? Кажется, он мне изменяет. Кто тебе сказал? Девочки. Я думала, они мои подруги. Тебе не стоит дружить с ними. Я его любила. Нет. Ты только думала, что любишь. Он поплатится за то, что сделал. Жди меня здесь. Я поговорю с ним. Ну что ж, давайте начнем. Поможем. Так, первый квест. Расплата за измену. Найдите, покажите, накажите Дучо. О, да. Немножко поколоть ему. Хорошенько. Да, наша, в общем-то, сестренка главного героя. Так, тихо. Прогулка с картинами, что там с такое. Ну, посчитайте на паузе. Так. Тоже нам пригодится, думаю. Очень сильно. Я всего лишь я. Потом... Так, а я даже не туда побежал. Венеции, Сиены и Урбина. Удовольствие клиентов я собираю лучше. Оставь на то! Что ты натворил, идиот? Я это вез с самого подруга. Да, только, только лишь покричи на меня. Так, побежали. Еще один район. Санта-Мария Дель Афьоро. На паузе почитаем. Шпалну информацию, может, и прочитать это все, но утомительно. Самое важное информацию, в общем, персонажа будет читать. Например. Или, в общем-то, я слушаю, в общем, читать будем письма эти, которые. Ну, очень интересная информация насчет сюжета. Это точно стоит. А родители района Флоренции, это можно потом. На паузе. Так, вот мы, кажется, шли. Дучо! Какое оно красивое! Для тебя только самое лучшее, аморе мио. Но как же Клаудия? Я думала, ты обручен с ней. Отец сказал, что мне нужна невеста получше. О, Бирбанте! Пойдем, погуляем. О, у меня на уме кое-что другое. О, Дучо. Эй, ты, свинья! Эцио, друг мой! А! Что за черт? Ты оскорбляешь мою сестру, разгуливая с этой шлюхой. А о чем ты? Я видел, как ты подарил ей кольцо. Если бы твоя сестрица не дрожала так за свою честь. Ты разбил ей сердце. Ха! А тебе я разобью морду. Ну давай, попробуй. Я тебе первым сделаю. Все аудитории хвостуны. Но когда доходит до дела... Ха! Ты пожалеешь о том, что открыл рот. Ты даже не успеешь меня ударить. Я многому научить твою сестру. Я сказал тебе, в общем, не успеешь меня ударить. Ей повезло, что у нее был я. Бастардо! Промазал? О, не стыд! Паста, не арендо! Позор. Держись подальше от моей сестры! Понятно? Вот и все. Разошлись. Так, теперь у нас снова два квеста. Компания лжет тебя. Что у нас там? А, это, в общем-то, это... Как называется? Колокольня, да. Колокольня. В готическом стиле. Сальве! Так, все, задание квест выполнен. Так, что у нас там открылось? Да, посмотрим, на карте. Точки обзора. Так, начало фрагмента. У нас два квеста, да. Курьерское поручение, конечно, можно выполнить это. Драка.
Такие типа квестов, в общем-то. Пробуйте, можно, конечно, показать, выполнить. Немножко надо позаниматься. Ой, тихо-тихо-тихо, черт, я что-то слишком... Ой, извини. Все, привлек внимание. Валим. Извините, друзья, не хотел. Побежали. Все. Господи, он что, умом тронулся? Скажи, что в этой игре все больше такая, не знаю, особенность игры очень... И очень положительная особенность, отличие от первой части, то, что здесь, конечно, игра более разнообразная, как мне кажется, более интересная. И дизайн локации тоже очень красивее много раз, чем в первой части. И графика вообще. Ну и геймплей говорил, в общем-то, сюжет более интересный. Но вообще игра получше много раз в первой части. Но первая часть была такая экспериментом для Ubisoft, это именно. Для этой серии новая IP как раз вот. Так, банки. Так что, в общем, там все более-менее простительно для них. Конечно, первая, вторая часть более-менее такие хорошие игры, мне очень нравится эта серия. Первая, конечно, неплохая, а вторая отлично, молодец, просто так, как возможно, это кратко. Так, почитай, ребят. А, по-моему, поручение, да? Так, а что у нас здесь-то? Вспомнить ящики, да, ящики здесь. Соберем очень Флорины. И вообще выполним как раз это поручение заодно тогда, что ли. Все-таки квест, думаю, покажу, тем самым, что он себе представляет. Так, 206 флоринов, отлично. Еще флорин соберем, пригодятся, будем их копить, потом мне очень сильно понадобится. Я там для кое-чего, пока говорить про это, про то же там не буду. Чем где не пригодятся, кроме аптечек еще. И брони там покупать это даре. Доставь это по назначению, очень быстро. Я хорошо заплачу. Так, корейское поручение, Казанова. Доставьте два письма охраняемому адресату. Давай. Читать, конечно, нельзя будет письма. Хотя можно. Ну, еще на паузе почитайте. Хотя, можно почитать так. Так, ладно. Ну, думаю, здесь, конечно, вот... А, ну, признание любви, понятно. Так, Рафаэль 2. А первое письмо? Первое письмо. Тоже, наверное. Тоже, кажется. Видишь, ну что, это один человек, а двум мужчин признается любви, что ли? Двум разом. Ну, дают, конечно. Ну, дает. Или он, не знаю, фиг поймешь. Зачем-то письма-то одинаковые при этом. Так, время идет нас. Помещаем-ка на карте. Ну да, видимо, он... интересно, он двум признается в любви, там, или нет, в общем-то. Ну, видимо, да. Рафаэль этот. Интересно, конечно, дает. У меня вот... Ну, дает, конечно. Лечу так, быстро. Бежим. Да, достанем эти два письма за это время. Доброго дня. Ой, чуть. Тихо, тихо. Так, где-то они здесь находятся. Думаю, успеем еще. Снова выразим свое недовольство действиями Флоренис. Говорят, что молодые... Посмотрим, где нас находится, наверху, что ли? А, вот она. Храняем вам. Так, все доставили. Так, да, извините, ящик нужно. А, вот кто храняет, что ли, ее. Вот эти двое. Так, я понимаю. Так, ладно, бежим. На свое время, в общем-то, идет. Нужно торопиться, да? Так, посмотрим по карте, помещу-ка эту цель. Вторую. Здесь нужно торопиться, потому что... ну, за время еще можно все делать, понятно. Так, надеюсь... Слава богу, что они меня не стали за моего. Нет, слава богу. Так, осталось еще одно письмо доставить. Времени нам еще хватает. Хоть, конечно, можно привлечь внимание их, но ладно, мы думаем, быстро пробежим, они даже не заметят у нас эти люди в Ере, как раз, которые ищут его. Наш главный герой из-за прошлой драки. Подходи, не стесняйся. Я всего лишь лекарь. Видимо, снова где-то наверху надо будет искать ее. Мне кажется. Ну да, залезаем туда наверх. Так я понимаю, потому что как бы цель указывает именно туда, вот в этом направлении. Где-то пониже, наверное. Спряталась. А вот она. О, ну точно.
Один человек, в общем, думает. Ну, а, Казанова. Ну, это понятно, да, думает, признается в любви. Один человек. Ну, дает. Развод не какой-то. Развод на деньги, видимо. Еще времена его эпохи Возрождения были, так. Так, популярно. Так, что-то немножко челогачило. Не показалось. Так, ну все, поручение выполнили. Так, что там за драка? Посмотри, ребенок тоже может. Еще какой-то квест. Тип квеста. Можно вполне пополнять, как говорил, в общем-то, я не буду торопиться. Ну, именно красот не буду, я может так сразу прониматься за сюжетные квесты. Чем еще пополняем? Побегаем по городу, по городу-то, по городу. Так, а вы помышили? Пожалуйста, так, что там за район палаца аудитории? А, это я смотрел. Муж подлец, мне изменяет. Я знаю это, и все соседи тоже. Пожалуйста, проучите его. Ну, понятно. Пока как в общем сестренке помочь было надо, да? Отвернутая жена, побейте неверного мужа. Да, давайте, побьем. Подходи, за время, надеюсь, не стоит делать. Так, врач, извини. Он кажется ужасно знаком. Так, пометим-ка нашу цель тогда. Черт, врачи, мне нужно информацию читать. Мне нужна карта. Так, а в этом месте что нужно искать будет? Ну да, искать нужно в этом месте будет, где нас помечен зеленым цветом. То есть нам неизвестно, где находится этот муж неверный, и нужно будет его искать там. Ну, посмотрим, осложняет задачку и немножко разнообразит. И то лучше. А, вот как раз этот район нужно будет искать. Пом, вот он. Этот неверный муж, да? Так и есть. Получай. Господи, помоги мне! Я хороший! Давай. Все. Проклятие! Я сдаюсь! Это сука! То есть, моя прекрасная жена! Я иду домой! Давай, давай, кобель. Ёпросто. Ну, задание, конечно, это вам прошлый раз, когда это проходил игру, задание не выполнял просто. Так и есть, не выполнял. Я ж не помню, что такое я, в общем-то, видел. Занимался сюжетным квестом, только выполнял ведь. Ну, хотя еще дополнительные квесты я там выполнял, другие, но... Ладно, будем таким разбирать немножко. Ну, здесь, да, прикольные задания, по-моему, интересные такие, получается. Удовольствие получаешь от них. От их выполнения. Не то, что первой части. Хотя первой части тоже можно как бы позаниматься этим-то. Для разнообразия. Можно было, конечно. Но мне просто эта часть, в общем-то, много раз больше нравится, чем первая. Первый все-таки эксперимент такой в серии, новый IPN для них был, для Ubisoft, в свое время, в 2007 году, когда она вышла. Это когда вышла в 2009, по-моему, не ошибаюсь. Хотя, по-моему, на ПК она вышла на еще позже. Так, ну все, мы, кажется, добежали. Ну и... А, эй, понятно. Эцу! Так, ну это братишка маленький, в общем-то, его главный герой. Так, Петручи аудитора, год рождения 1033, школьник дворянин. Петручи, младший визиталь из детей аудиторы. Вскоре после его рождения Джованни аудитора письме адресованном Лоренцо Медичи сообщил, что его сын слабого телосложения. Очевидно, со временем его состояние не улучшилось. 12 лет Петручи пришлось покинуть школу за болезнь. Записи семейного доктора свидетельствуют о том, что он был прикован к постели. Других сведений о нем нет, и можно предположить, что в конце концов болезнь погубила его. Да уж, не повезло, конечно, ему. Что ты здесь делаешь, Петручи? Тебе давно пора спать. Мне нужны эти перья. Зачем? Секрет. Если я их достану, ты пойдешь спать? Да, обещаю. Так, поедаем тайны Петручи, просите Петручи по орлиные перья, пока его не наказали за то, что он вырез из постели. Ну ладно, поможем. Что ж, перья пособирать. Весело? Счастливый день. Места, в общем-то, этих флагов. В мастерской работают еще два исключительно талантливых художника. Поэтому под музыку красивую, думаю, все равно удовольствие получим. Так, давай быстрее, быстрее, яйцо. Давай, лечи. Нужно торопиться. А то у нас времени маловато. Попей кому так вот.
Так, все? А, мы все забрали, что ли, Пири? Так и понимаю. Потому что все время закончилось, в общем, всего три пира нужно забрать было. Наверное, так и есть. Мне так кажется. Ладно, спускаемся вниз. Осторожно. Без дороги немножко потрепали. Ну ладно, это нам не так сильно плачевно будет пока что. Так, дом где-то у нас. С той стороны это вход. Ну все, здание мы поняли, еще осталось помочь матери, в общем, наш клан героя. И все. Отправляемся уже по последним квестам, будет там за просто Эцио. Потом уже начнется как раз вот. Будем как раз получим костюм этот ассасина. Так, где? А. Так, надо нажать на Shift. Вот, как и обещал. Граци, брат! Ты так и не сказал, зачем они тебе? Я скажу. Потом. Да, только потом, конечно, он не сможет это сделать. Так, тайна Петруччи, ладно. То поможем еще последним, в общем-то, задание выполним. Так, по графику Марио Аудиторе почитаем. Мария Аудиторе. Год рождения 1432, писательница дворянина. Писательница-дворянка. Мне надоели крепостные стены, мне надоело спокойствие. Я принимаю решение, я отправляюсь к миру и вижу, что может предложить мне жизнь. Так написала 16-летняя Мария за неделю до того, как она познакомилась с Джованни Аудиторе. Мария родилась в семье влиятельных банкиров Моцци, ее дневник, состоящий из нескольких книг, является одним из самых известных исторических источников. Сейчас он выставлен в музее Уффици во Флоренции. На средства родителей Мария открыла пекарню во дворе семейного дворца и превратила ее в своего рода артистический салон. Именно там она встретила человека, который, как говорит так убедительно, что не могла сдвинуться с места и только на него и смотрела. Этим человеком был Джованни Аудиторе. Мария и Джованни поженились в 1450 году. Мария вела дневник еще в течение нескольких десятилетий, описывая свою поддержку начинающих художников и свои материнские заботы. Потом она внезапно прекратила вести дневник к недовольству историков всего мира. Понятно. Бонжорно, Эцио. Здравствуй, мама. Как ты? Sto bene. А ты? Отошел после вчерашнего? Понятия не имею, о чем ты. Ну, конечно. Все равно, мне нужно кое-что сделать. Пойдем со мной. Ком пьячере. Пойдем. Это недалеко. Так, квест называется «Друг семьи. Помогите Марии». Ну, скоро мы встретимся с одним, в общем-то, известным персонажем. За историю. Реальным персонажем. Что ты подрался с Вьери. Ой, счет. В общем, реальным персонажем познакомился. Подрался? Который в реальности существовалось. Пожалуйста, не притворяйся. Он оскорблял нас. Я не мог этого так оставить. Эпохи Возрождения, в общем. Ему приходится нелегко из-за обвинений, выдвинутых против его отца. Франческо Пацци негодяй. Но даже я не предполагала, что он способен на убийство. Что его ждет? Полагаю, будет суд. Отец выступит на суде? Ему придется. Ведь доказательства у него. Жаль, что так получилось. Тебе нечего бояться. Все хотят справедливости. Ситуация неприятная, но скоро все закончится. Ну да. Так, скоро мы встретимся с известным человеком, в общем-то, художником эпохи Возрождения, который реально существовал. Они невыдуманный персонаж, в общем-то, этой игры. Так, мы искали Леонардо Флоренцо, Леонардо да Винчи, конечно же. Поэтому она потом в дальнейшем будет помогать очень сильно во второй части и плюс еще в Бразерхуде. Так, мастерская. Леонардо да Винчи открыл свою основную мастерскую после окончания обучения у Верокио, одного из самых успешных художников Флоренции того времени. В общем, почитайте на паузе это. Биография, лучше почитай его. Мы пришли. Ну да, отлично. Привет, Леонардо. Госпожа Мария. Это мой сын, Эцио. Molto onorato. L'onore è mio.
Я схожу за картинами и сейчас же вернусь. Он очень талантлив. Imagine. Самовыражение — это очень важно для понимания жизни. Найди себе занятие. Мне есть чем заняться. Что-нибудь помимо блуда. Мама. Значит, к вам домой? Си, си. Эцо, помоги Леонардо. Ну ладно, что ж, поможем. Так, давай. Но что-то, конечно, не хочет брать-то. Да. А, может и так? Ой, да. Да что такое? Что-то не хочет-то. Погоди, я может не то на кнопку нажал. Может, биография Леонардо да Винчи не почитал. Да что такое? Так, погоди, что мне берется-то мне? У меня что-то не берется эта кнопка, это. Эцо, чем ты занимаешься? Он помогает отцу. Ну пошли, Шэ. А, значит, станешь банкиром? Ага. А ты художник, верно? Если честно, сложно выбрать что-то одно. Живопись — это прекрасно, но мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, целей. Смотрите. Понимаешь? Я бы хотел заняться чем-нибудь полезным. Архитектурой или анатомией. Просто запечатлять красоту мира — это недостаточно. Я хочу изменить его. О, Леонардо, я уверена, что тебя ждет великое будущее. Кстати, бегут немножко смешно. Бенграцио, Мадонна. Благодарю вас. Ладно, помолчим. Да, немножко смешно, не бегут, конечно. Пробегутся немножко и остановятся. И вообще спокойно идут. Потом снова пробегутся, спокойно идут и так далее, повторяет. Да уж. Вот и. Прикольно, смешно немножко. Ладно. Все, мы, кажется, уже донесли это. Здесь картина, что ли, там что-то у меня рисует. Хендорки, это фотография, что ли, фибами, что там. Что-то меня, конечно, не... Спасибо за помощь, сынок. Можешь заняться другими делами. Было приятно познакомиться, Эцио. Надеюсь, мы еще встретимся. Ну да. Анкио. Много раз встретимся, много раз. Очень много. Так, стопольно получили. И задание выполнено. Друг семьи. Таким образом.